Заходи на Анвап. Смотри фильмы онлайн. Или качай на телефон или планшет бесплатно. Фильм Дзюньи Окабе. 2050 год. Человеческая раса почти вымерла. Инопланетная раса Килгиз вторглась на Землю и использовала своего гигантского робота «Черный барон» для превращения земной атмосферы в пригодную для их дыхания. 96% всей человеческой расы погибло. Те, кто смогли выжить, оказались во тьме и полном отчаянии. Пять сиблингов, последняя надежда человечества, решают встать с колен и дать отпор, желая отбить Землю у килгизов. Кодзи, второй по старшинству брат, в своей боевой броне под названием «Серебро» проник в штаб-квартиру килгизов и выкрал чертежи Черного барона. Его отчаянное бегство от чигрисов завело его в тупик. 2050 год, Токио. Исполнительный продюсер Сюити Мурата. Оригинальный сценарий Сенкоса. Найди Орка 88. Получи 800 рублей за регистрацию и 200% на первый депозит. Поставь 1, 2 и далее по порядку перед адресом сайта, зайди на актуальное зеркало и будь вместе с пиратским казино номер 1. Буря отважная. 2018 год, Токио. Всем стоят конкуренты, это все равно не объясняет их мотивов. Ясно одно, им нужны инженеры робототехники, причем вместе со всеми их родственниками. Я больше не могу. Не дури. Кто еще выдержит мои удары? Серьезно, я все. Ты вечером-то идешь? Я могу с тобой сходить. Но буду только смотреть. Ага. Эй, противные! Я слышал, вы в подпольных боях участвуете. Это правда? Ты ж понимаешь, снова обосрешься, жопу подтирать не стану. Хочешь стать крутым? Держись моего плана. Если хочешь стать богатым, стань чемпионом. Да вы не волнуйтесь. Слухи распускают те, кто мне на ринге сливают. До свидания. До свидания. Сегодня тебя убьют. Пойдем со мной. Ты что мне тут парить пытаешься? Мы пойдем, если сразу в клуб.
Глиста тощи, как ты умудряешься побеждать каждый раз? Небось, под крэком макаешься? Зубы почисти. Чё? На этом все? Еще один бой. Сходим потом выпить. Я нашел местечко с горячими цыпками. Похоже, Карпе не удалось его убедить. Похоже на то. Мы его все равно возьмем после следующего боя. Ты серьезно? Черт, они уже здесь. Что это за фигня? Что делать? Он же его убьет. Рано. Тут народа много. Но... Ублюдок. Что ты за херня? Черт! Не человек. Они все чигрисы. Ah!
Что вам надо? Пустите! Сучара! Эй, залезай! Чё, сдохнуть хочешь? Чё? Живее! Эй, вы кто нахрен такие? Рот закрой! Не волнуйся! Мы оба на твоей стороне. Дело в том, что тебя там должны были убить. Я в будущем читал твое досье. Мое досье в будущем? Меня убить должны были? Поэтому-то мы и отправились сюда за тобой. Тебя кое-кто ждет. Ты что ли?
вроде как спросил, что значит меня убить должны? Таинственная смерть известного боксера. Вот что случилось бы, не вмешайся мы. Ты, видимо, в их системе оказался отмечен как тот, кто может стать помехой их планам. Мы пока не можем позволить тебе умереть. Тебе нужно выполнить одно задание. Задание? Он пришел. Давно не виделись. Брат? Ты где был, ублюдок? Слышь, погасни. Братец, успокойся. Я хочу тебе кое-что показать. Показать что-то? Обойдусь. Похоже, ты за все это время ни хера не изменился. Ты пропал много лет назад, бросив жену и сына. Ты хоть понимаешь, каково всем нам было? Каждый имеет право на удачу. Только ты можешь испытать удачу. Освободи свою мечту. Освободи ее немедленно. Бонус 880 рублей за регистрацию. Плюс 200% на первый депозит. Быстрые выводы без ограничений. Orca88.com. Пиратское казино номер один. Для обхода блокировок используй зеркала 1 Orca88.com, 2 Orca88.com и далее по порядку. О, Ген, спустя столько лет. Ну, ты совершенно прав. Прости меня, но все же послушай. Я был на секретном задании по спасению мира. Вот почему я не мог. Хватит гнать! Сперва безголовый урод и чудовище, а теперь это... Ну и день! Чего? Посмотри мне в глаза. Эй, что это за место? Это 2050 год, Токио. А? Слышь, хватит надо мной угорать. Это что, какая-то виртуальная реальность? Да нет. Это мои воспоминания. Я их транслирую прямо в твой мозг. Что за бред? Завязывай гнать. Говорю же, это мои воспоминания. Включая и мои ощущения. Что это за великан? Мы зовем его Черный Барон. Видишь черный дым, испускаемый роботом? Этот дым содержит очень много ядовитых веществ. Человек, дышащий им, умирает в 3 дня. Но для них отрава – это нормальный воздух. Для них? Черные бароны изменяют атмосферу Земли для Килгиса. Мы смогли выжить, используя особую систему респираторов, созданную нашим дедом-ученым. Но почти все остальные люди вымерли. Вымерли прям? Что это за Килгисы вообще? Захватчики, прибывшие из разрушенного мира Манеки. Ну а мы прибыли в настоящее, чтобы изменить будущее.
идет. 30 секунд. Молодец, Кодзи. Так, поживей, они скоро будут здесь. Мы с Хитоми останемся здесь и отправим тебя в прошлое. Оказавшись там, ты узнаешь, что делать. Козу? Вот, очки-сканеры. С помощью можно отличить чидрисов от людей. Харука, ты используешь все возможности своего мозга на 100%. Восприятие, интуиция, экстрасенсорика. И используй все. Кодзи, твой серебряный костюм – шедевр нашего отца. Он на 500% увеличивает силу любого человека. Будь осторожен, не используй его зря. Брат, послушай, отправившись в прошлое, мы создадим другой временной поток. Даже если преуспеем здесь, ничего не изменится. Короче, ты должен пойти с нами. Верно. Коичи, почему ты не можешь пойти с нами? Кто-то должен остаться и управлять машиной времени. Поздно. Нам с Коичи тоже это не нравится. Но если не мы, то кто тогда? Кто это сделает? Мы должны использовать шанс, данный нам отцом. Все нормально. Нам главное, чтобы ты победил в этом бою и создал мирное будущее для себя. Есть контакт. Вам пора. Обещаю. Мы изменим будущее. Давайте. Удачи вам. Итак, приложение системы нового поколения позволяет ИИ делать оценку и действовать в долгосрочной перспективе, принимая решения, аналогичные человеческим, что раньше казалось невозможным. Это создает весомые изменения в логике робота, позволяя роботам имитировать поведение людей. Роботы имитируют поведение людей. Yeah.
Роза, ты как? Отлично. Июль 13-го года. Отлично. Коди, брат. Мы смогли. Карл, ты в порядке? В полном порядке. Эй, а кто вы такие? Козо. Человек. Он свой. Тебя, наверное, удивило наше появление. Но мы тебе не чужие. Да. Удивило. Ты доктор Кеничиро Куринай, верно? Ну, типа да. А что это было? Там вспышка была, и вы появились из нее. Как вы это сделали? Я что, с ума сошел? Доктор Куринай, вы собираетесь сделать презентацию новой системы на микроконтроллерах, интегрирующей ИИ нового поколения с робо- и биосистемами на конференции 28 июля. Это инновационная работа, объединяющая биологию и робототехнику. Чего? Этого ведь никто не знает. Мы знаем, потому что мы прибыли из 50-го года. 2050-го? Да завязывайте вы с шутками. Мы не шутим. Вот здесь информация из будущего. У нас другие устройства. Но для тебя мы прикрутили порт USB. Посмотри. Что? Нет, этого не может быть. Так это технология будущего? Да, причем нечеловеческая? Согласно нашим данным, вас похитят через 3 года. Меня похитят? Но кто? Те, кому принадлежит технология, пришельцы-килкисы. Ты наряду с лучшими робототехниками мира будешь ими похищен. Вас превратят в их рабов. И заставят создавать черных баронов. В рабов превратят? Да хватит тут чушь пороть. К сожалению, ты разведешься через 2 года. Твоя жена вернет девичью фамилию, поэтому килгисы ее не убьют. Свой сын станет ученым и продолжит твое дело. И у него будут дети. Это мы. Прошу, поверь. Мы твои потомки. Из 50-го года. Мы твои внуки. Кен, это развитие технологии Черного Барона. Красный Барон. Вы что, сами сделали? Откуда у вас такие деньги? На бирже играли, ставки делали. Назад в будущее не смотрел? У нас-то спортивных альманахов вагон. Согласно нашим данным, Черный Барон появится через 3 года. Через 3? Когда килгисы нападут на Землю, сперва сюда проникнет всего один. Для самих килгисов воздух Земли ядовит.
Но они выращивают чигрисов, своих солдат, чтобы действовать на земле. Это они тогда на тебя напали. Хотя они могут выращивать чигриса, килгисы с ними скрещиваться не могут. Они разные виды, как ты и пчелы. Пока их еще мало. А черный барон еще не появился. Другого шанса не будет. Так что, Кен, знаешь что? Ты станешь первым пилотом Красного Барона. Пилотом этой штуки? Что за фигня? Это они. Что делает? Коза, подготовь серебряный костюм. Я выиграю вам время, а вы уберите отсюда Красного Барона. Они пытаются пробуриться прямо к нам. Кен, всех на борт Красного Барона и убегайте. Что за бред? Я только машину водить умею. Как я справлюсь с огромным боевым человекоподобным роботом? В этот раз можешь включить автопилот, а потом уже обучим. Да почему именно я должен пилотом быть? В жопу это пилотство! В жопу? Не хочешь быть пилотом? Послушай, Кен, ты забыл наше обещание? Обещание? Неважно. Робот уже настроен на твою биометрику. Других Красный Барон не послушается. Доктор Куринай, стоило все же выбрать меня. Ты не заслуживаешь такой чести. А ты типа главный, и мне указывать будешь? В жопу иди. Я и не ожидал, что эгоистичный боксер, дерущийся за деньги, согласится сразиться за будущее Земли. Ну да, я не такой, как мой брат, построивший этого сраного робота. Совсем не такой. Каким бы он ни был, он собирается сдержать свое обещание. Какое еще обещание? Что он там наобещал? Брат, я реально не врубаюсь. Почему я должен пилотом быть? Я их отвлеку. Поспешите, пожалуйста. Я наконец тебя нашел. Почему вы собираете механические компоненты, схожие с теми, что нужны нам? Вы строите гигантского робота, не так ли? Оборзели. Данный костюм не с этой земли. С какой планеты ты прибыл? Мы, килгисы, пришли сюда первыми. Для других здесь нет места. Живо покиньте эту планету.
я человек, так что ты покинь мою планету. Скорее уходите отсюда. Кен, у тебя нет выбора. Позже решишь, будешь ли ты пилотом. Я запущу пусковую установку. Забирай всех и беги. А ты? Кто-то должен остаться здесь, чтобы запустить Красного Барона и задержать врага. Нет, не дури. Без тебя кто будет обслуживать Красного Барона? Я все продумал. Иди домой, не волнуйся. Я вас потом найду. Брат, я на тебя рассчитываю.
синий тумблер включает стелс-режим. Тогда они нас не отследят. Нигде не вижу сигнала GPS-чипа доктора. Ты куда? Эй, погоди. Ты что делаешь? Эй, погоди, говорю. Ну, что дальше? Что дальше? Это меня не касается. Если ты не будешь пилотировать Красного Барона, то кто тогда? Трус, надо найти твоего брата. Отвали. Да ты просто трус. Он же твой брат. Мой брат, мое дело. Я профи. Реально хочешь рискнуть? Ну? Сними эту хрень, будь мужиком. Хватит уже! Таких быстрее все вбить силой. Хорошо. Так и будет. Что? Ты мне обещаешь? Правда обещаешь? Быть забыл, но это воспоминание из твоего детства. Гонишь? Не может быть. Какое-то обещание ребенку. Зачем его помнить? Когда мы прибыли к вам из будущего и попросили доктора создать Красного Барона, хорошо, я его сделаю. Но при одном условии. Скажи, каком? У меня есть младший брат, Кен, и он довольно непутевый.
Но я ему в детстве обещал огромного робота построить. Поэтому вся моя работа сводится к тому, чтобы брат его пилотом стал. Надеюсь, вы не против, чтобы он им управлял? Не понимаю. Так нельзя. Черного барона уничтожить могу лишь я. К тому же я тоже брату слово дал. Тогда я пас. Нет. Брат, ты живой? Где ты сейчас? Я активировался, так как 12 часов не было стоп-команды. Я ИИ, созданный Кенчиро. В моей базе данных все его знания, воспоминания и его личность. ИИ? Чё это? Искусственный интеллект. Если в его базе данных правда все знания Куриная, то это, по сути, цифровой двойник твоего брата. Так точно. Это типа мой брат? Да. И я возьму на себя управление бароном. Но, Кен, как боксер, во время боя ты превзойдешь любой компьютер. А что до твоего брата? Оригинальный Куринай, видимо, в руках врага. Так мой брат жив? Чтобы спасти его, нужно подготовиться. Мы должны тренироваться, пока твои рефлексы не синхронизируются с Красным Бароном. Я ради брата готов на все. Тогда полетим на Луну. На Луну? Там сила тяжести в 1/6 земной. Для Красного Барона это идеальные условия. Подожди, пожалуйста. А как же воздух, вода и еда? Не волнуйся, у нас запасов на 2 недели. Красный Барон создан для экстремальных условий, включая и нахождение в космосе. И еще, в его теле есть отдельные каюты. На всех хватит. Я не могу бросить братьев, не сказав им ни слова. Пусть железо пока горячо. Коробка, ты нам очень нужна. Ты даже в цифре эгоист. Что за... Погоди, там же коробка. Кошмар. Когда мы задержали тебя, обнаружили интересную вещь. Чертежи робота, которого мы пытаемся разработать, каким-то образом завершенные. Наши собственные разработки на базе ресурсов этой планеты зашли в тупик. Но ты дал нам полное решение. Я не знаю, как ты это сделал, но мы благодарны тебе за это. Если вы благодарны, то, может, освободите меня хотя бы? Дадите принять душ и отпустите домой? Нет. Тебе сперва нужно выполнить одно последнее важное задание. Последняя
поиск. Красный барон не найден. Красный барон даже в стелс-режиме такой большой, что его не спрятать. Где же они? Это просто невероятно. Не может быть. На 3 года раньше положенного. Временной парадокс. Мы изменили ход истории. Что происходит? Я не знаю. Это не слишком рано, они вылезли. Не может быть. Черный барон еще не должен существовать. Ну, ты же сама видишь. Временной парадокс. К счастью, мы тебя натренировали. Времени было мало, но барон синхронизирован. Вернемся на землю. Черного барона нужно остановить. Это слишком рано. Но хотя бы план их нападения все тот же. Черный барон направляется к парламенту, где начнет изменение атмосферы. Если дать ему начать, это конец. Мы должны его остановить. Невозможно, нас всего 2. У нас нет выбора. Хотя бы это я успел закончить. Круто. Куда мощнее и сильнее предыдущей модели.
Мы на Харумидоре, после моста Хачидоки. Вижу меху из мультика. Озо, когда закончатся боевые заряды, начинай энергоподкачку. Хорошо. Жалко выглядишь. Красный барон. Кен. Жители эвакуированы? Не волнуйся, я уже проверил. Все в порядке. Класс. Где ты был? Летал на Луну, чтобы изучить его возможности. На Луну? Все, иди, не мешай. Я все болты из этого ведра вышибу. Все такое же, да? Ладно. Покажи, на что способен Красный Барон. Опять ты? Как и ты, мудак.
каждый имеет право на удачу. Удачу. Только ты можешь испытать удачу. Освободи свою мечту. Освободи ее немедленно. Бонус 880 рублей за регистрацию. Плюс 200% на первый депозит. Быстрые выводы без ограничений. Orca88.com. Пиратское казино номер один. Для обхода блокировок используй зеркала 1 Orca88.com, 2 Orca88.com и далее по порядку. Кен, барьер такой чистоты не способны создать ресурсы Черного Барона. Должно быть, его транслируют из базы Гилгиса. Чтобы снять барьер, бить нужно по ним. Я установил их местоположение по сигналу с Черного Барона. Это островок в окрестностях Хонина. Видимый лишь во время отлива. Не гони, бой в разгаре. Как я туда попаду? У нас нет выбора. Мы обязаны. Бесполезно. Барьер слишком силен. Коза, идем. Что? Алло, куда они делись? На рукаве экстрасенс. Видимо, здесь. Гозо, установка уничтожена. Ура! Барьер исчез. Ну, мой черед, значит.
Привет, Ген. Брат? Как все забавно сложилось, да? Эй, завязывай. Что происходит? Я понятия не имею. Возможно, они его поймали и превратили в своего раба. Раба? Ген, он вот-вот запустит устройство изменения атмосферы. Пока не поздно, уничтожь мой оригинал и Черного Барона. Килгиса здесь нет. Что? Здесь просто болванчик. Тогда где Килгис? Земля станет домом для Килгиса. Классно. Плохо дело. Он запускает установку Килгиса. Ты пришла меня спасти. Что тут произошло? Те чертежи, что вы принесли из будущего, они их забрали. И это помогло им ускорить создание Черного Барона. Козу, доктор Куринай здесь. Я рядом с ним. Что? Но... Ага, понятно. Это не твой брат. Чего? Я его просканировал. Это Килгис. Карука нашла твоего брата в их логове. Вот сволочи. Конец твоему представлению. Сохни!
Найди Орка 88. Получи 800 рублей за регистрацию и 200% на первый депозит. Поставь один или два и далее по порядку перед адресом сайта. Зайди на актуальное зеркало и будь вместе с пиратским казино номер один. Я знаю, ты можешь говорить. Почему вы выбрали Землю? Я посетил множество планет и не смог найти такой же мирной и гармоничной. Земля уникальна, но она отравлена войной. Вы ее разрушаете. В итоге вы все равно себя уничтожите. Мы лишь ускорим это. Наше будущее в наших руках. Койчи. Китоми. Я сдержу свое слово. Так значит, будущее теперь изменится? В будущем уже не будет конца света. Какое бы зло ни объявилось, мы его растопчем. И мы защитим будущее планеты, используя наши силы. А самое главное из них — справедливость. Теперь путь в их временной поток закрыт. Ядрить меня, краб! Не стреляйте! Свои! Кто вы такой? Широнуй уже рядом. Широнуй? Здесь слишком опасно. Нужно отсюда убираться. Вы чего? Времени мало. Продолжение следует.